И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, я продолжаю играть в Heart of Conquest. И сегодня мы будем, я сниму серию о, для меня, завершении ивента. О, это, не туда зашел. То есть вот этого ивента, как он называется, Wars of Nerocle. Короче, мой английский хорошо говорить. И, собственно, посмотрим, что я поимел с этого ивента. По-другому это не назвать. Для начала мне хотелось бы... У меня уже, не знаю, день четвертый. Вот этот сундучок легендарный лежит. И я хочу его открыть. Но я хотел показать вам на видео, что вообще может из него попасться. Ну, просто лучше один раз показать, чем 100 раз рассказать. Ведь так же? Вот, давайте все это дело откроем. Обычные. Точнее, необычные и редкие. Вот, и легендарочка. 200. Кстати, мне он нужен. Будет скоро. Для чего, собственно, может, вы заметили, не заметили, призы за вашу силу. То есть будет вот этот ивент. Я хочу все войска скинуть в гарнизон. Точнее, по максимуму скинуть в гарнизон. И чтобы у меня вот эта вот сила моя уменьшилась. И тем самым создать всех тех же самых, и я наберу силу. Да. А еще надо будет не забыть раздеть всех персонажей. Тоже такая вот хорошая идея будет. Ну да ладно. Маленький это способ почитерить. Как видите, у меня 29 левел. У меня что здесь еще? Войска. Слушай, я не знаю. Показывал, не показывал. Было, не было. В общем, у меня сейчас мечники уже 10 левела. Копейщики были. Сейчас уже мечники 10 левела. И я могу еще одного меча сделать. Для Авалона и для Гримса у меня появился новый шлем, забрал Зари, и у меня теперь фулл сет. Ну и, соответственно, больше лидерства и больше няшностей. Thanks. Зайдя теперь сюда, у меня теперь есть 93, и я смогу состряпать себе меча. Очень даже классно. Вот, видите, 424, а прикиньте, их будет 45, и плюс еще 48 лучников, а еще не говоря о серебряных. Ну, в общем, да, будем читерить как можем, чтобы заработать плюшек побольше. Что у нас по предметам? Сейчас, конечно же, вернемся туда обязательно, в это подземелье. Здесь мало чего изменилось, если уж что-то пошло. За исключением того, что у меня появились еще дополнительные шмотки. То есть, к примеру, для лидерства я выбирал вот эти предметы. Плюс один лидерство для магов. Сейчас же потихонечку блокирую вот эти предметы, мантии мудрости, у которых плюс 2 лидерства. То есть, 4 предмета это уже 5 лидерства. 4 лидерства, а газулу еще добавлю, это будет 5 лидерства. То есть, это уже неплохо. Так что, как бы так. Ну и, конечно же, как видите, 1, 2, 3, 4, 5. Я еще не оставляю вот эту вот идею. Мне остался только один камешек, один аксессуар. Идею вот эту вот посмотреть, что будет лучше Авалону. То, что у меня сейчас есть со сраного тьма лидерством, или же вот этот сет, который даст мне плюс один прирожденный к прирожденному лидеру. Ну и, конечно же, немножечко лидерства туда-сюда. Посмотрим, когда-нибудь я это вам расскажу, покажу. О, навыки у меня откатились. Прикольно. Эксперимент. Классно. Лучники, кстати, у меня потихонечку качаются. Вот, они уже, как видите, осталось буквально немножечко. Здесь будет плюс 25% и плюс еще 20%, то есть плюс 45% к атаке будет. Это классно. Ну, сейчас пока что золотишка не хватает, но я думаю, добью золотишку, чтобы побыстрее лучники уже прокачались. Чем быстрее прокачаются лучники, тем быстрее я пройду в бездне дальше по карьерной лестнице, назовем это так. И у меня получается
Вот эта статуя полностью активна. То есть я забил все ячейки, и у меня теперь выносливость драконов на 10% увеличена. Что вполне себе здорово. Драконов. Ну, тоже прикольно на плюс 5. Но как бы с этим я пока что не заморачиваюсь. Как я уже говорил, вот это у меня в приоритете. Осталось 3 камня, и у меня будет плюс 20% скорость исследования. А сейчас это очень даже сильно важно. Кстати, да, видите, да, у меня тут зеленых очень много. То есть, ну, такое. Ну, кстати, можно заколдовать. Вот, плюс 60. Чего бы нет. Уже как-то, знаете, пускай и чуть-чуть, но зато уже ты ближе ко всей этой фигне. О, здесь вообще 3 камешка только осталось. Классно. И останется 2 камешка только прокачать. В общем, классно все, классно. Мне нравится. И дракоши. Дракоши я потихонечку качаю. Выносливость плюс 10. Кстати, да, у него теперь очков энергии уже 5 стало благодаря вот этой вот статуе. Так что был смысл в улучшении, потому что каждые 20 очков энергии увеличивают на 1 энергию. То есть как раз плюс десяточка у меня было 36, стало 46. Так, просто классно, сразу же энергия поднялась на 1, и это просто все класс. И способности я, конечно же, улучшил вот эту вот способность до максимума данного левела. То есть 36 ранг я повысил. Поэтому как бы дракоша сейчас еще лучше стал. Кстати, а что у нас здесь? Количество древесины, которое ваша крепость. Ну, пока что мне древесина не приоритет, поэтому золото куда намного приоритетнее. Но скорость возведения зданий было бы неплохо, учитывая сейчас. Потому что, к примеру, вот возвести замок, это будет дофига часов. Убер дофига часов. Вот почти что 6 дней, и это дофига. А 10% это примерно около 7 часов, что ли, я просто скащу себе это все дело. Вот, и с периодичностью вот это вот у меня заполняется, я ее трачу как бы на улучшение, чтобы, так сказать, я лучше потрачу 2 часа отсюда, чем я забуду, и у меня строительство простоит там просто тупо голиком часов 5. Такие вот дела. Кстати, да, Линари потихонечку качается, и сейчас у нас Бейн и имп. Конечно же, не то, что я хочу. Поэтому такая вот беда. Беда бедовая. Вот. И здесь у нас я с периодичностью, то есть, бегал, бегал. Ивент сегодня закончится, кстати. Через сколько он закончится? Ой. Закончится буквально через несколько часов. Да, через 22 часа закончится, грубо говоря. И поэтому я всю свободную энергию старался тратить именно на получение вот этих кристаллов. И, как видите, у меня это немножечко получилось. То есть я сейчас могу приобрести всего понемногу. И у меня еще платежочек останется. Кстати, да, как видите, сильфы, Дарк сильфы. Карту хотел нажать. Вот, здесь сюда открылась территория с Дарк Сильфами. И. О, точно! Я ж туда так и не ходил. Погнали, посмотрим. Вот. И, собственно, воевать с Сильфами, ну такое себе. Кстати, да, сила воинов увеличилась. То есть, против кого я здесь сражаюсь, соизмеримо с моей увеличенной силой. То есть была 30-ка у орков, точнее, у ящеров. Ну, для меня орки это те же самые ящеры. Почему-то. Вот. А потом, когда я мечников улучшил всех, то они стали орки. Но ящеры уже 35 тысяч. What the fuck? Балрог? Офигеть просто. Офигеть. Я думал, я вообще его даже не увижу, но что у нас здесь получается? Довольно-таки сильный дядька. Сильный это еще плохо сказано. Мне бы такого героя, я бы офигел бы от того, насколько я бы всех сносил. Вот с такой атакой, с таким количеством здоровья особенно. Ну, да, это понятное дело, это не Барлок, это не как играбельный персонаж, а другой. Тут еще вот есть у нас Дракоша. Колодец магии, да, бла-бла-бла. А, подожди!
Это статуя. Не, ну кристалльчик это надо собрать. Халява. Да, я понимаю, у меня сейчас кристаллов дофига, но сейчас только апну лучников и все, и песос. Ну ладно, я тебе пока одолжу. Я все равно пока фигню стартаю. Вот. И, кстати, удобно, что в этом подземелье также отображается тут дать не дать войско. Очень классно. Я был бы рад, если бы вообще везде бы это отображалось, потому что когда сидишь ты в городе, где это не отображается, и ты такую открываешь игру, такой, точнее, вылазишь из города, такой, а, что за фигня? У тебя много так... у тебя войско просили, а ты как жлоб такой конченый, никому ничего не дал. Ну вот так. Ну здесь у нас все получается. А вот еще золотишко. А, вот еще кристальчики. Вот. И, собственно, типа как я понял, он охраняет вот эту вот статую. И эта статуя, возможно, вот это вот и является. То есть по факту мне нужно будет открыть три этих вот, наверное, таких вот каких-то артефактов. Давайте. Типа вот здесь-то еще будет также барлок. Ну и может где-нибудь здесь там. А, вот здесь точно вот синий гигант написано. Guardian. Здесь я не помню, что, блин, написано было. Пас Guardian. Более гигант. Ну вот, раз, вот это два, я думаю. И вот здесь, наверное, это был третий. То есть все три пройду, и тогда у меня уже откроется этот персонаж. Но я тут уже как бы на Dark Сильфах уже застрял. Поэтому, ну, не с моей силой пытаться открыть так вот персонажа. Подождем. Кстати, я залез. В ближайшее время я хочу все-таки попробовать поменять расу и купить несколько серебряных черепах. Черепах драконов. Черепаха дракон бронза дает нам, увеличивает эффект здоровья на 10%, увеличивает на 15 секунд. Знаю, что золотой увеличивает скорость атаки, атаку и здоровье. Процентность не помню, но я помню, что он увеличивает на 25 секунд, то есть еще и время больше. Ну, серебро логично увеличивает на 20 секунд, ну, допустим. И увеличивает он не просто здоровье и атаку. Если уж от бронзовой черепахи был толк, то уж от серебряной будет толку намного больше. Особенно, когда мне золотую иногда дают в пользование в зеркало, это просто кайф. Ты нажимаешь, и ты понимаешь, что твои войска, как безумцы, несутся и всех убивают. Особенно если раскачать персонажей и надеть предметы на подъем боевого духа, то есть включается вот эта черепашонечка, боевой дух, и просто твои войска, как танк, будут всех сносить. Ух, красота! Но это нужно поменять расу. Конечно, я в первую очередь хочу раканов. Пару черепах взять. На тот случай, если все-таки одна случайно умрет. Пару черепах взять. И хочу потом пауков. Обязательно пауков надо будет парочку штук взять. Пауки это просто ад какой-то. Танки я бы тоже хотел. То есть, по факту, я хочу сделать, да, разношерстные, но они будут адекватно составлены. То есть, от раканов мне нужны черепахи, от нежити пауки. Пока что все, что я знаю. Вот, и, собственно, пока я болтал, войска мне уже и вернулись. Такс. Это не сильно сложно. Так что, блин, но я не думал, что я вообще его хотя бы встречу. Он, конечно, огромный. Я не думаю, что, причем, как видите, да, здесь единичка. То есть, как вариант, мне их нужно троих там, наверное, победить. Я не думал, что я вообще его увижу. И че, он персонаж такой же огромный? Не, понимаешь, там написано синий гигант, все дела. А вы сравните моего персонажа и его! Что за твою мать? Да, не в коленке ему все дышат. Ну ладно. Ну не знаю, опять-таки же, он такой же будет или нет. Это, к сожалению, мне не узнать, только по скринам.
Но, блин, я рад, что я увидел хотя бы. Так, я тут немножко тогда закосячил и на эту фигню нажал, но никого не вылечил. Такс. Вот так вот заменим. Вот, как видите, я немножечко их сдвинул. Лучников вывел вперед, и, соответственно, сюда у меня уже три персонажа влазят. Не знаю зачем, но я все равно Ганна и Газула не выставляю, потому что они по факту просто-напросто тратят мои бутыли на восстановление энергии, и толк от них чутка маловато. Но, как таковое, сдвинув немножечко туда-сюда, я уже понял, что о, круто! Я могу уже делать что-то больше. К примеру, если, допустим, я вот этих вот вперед сдвину, то здесь у меня освободится вот эти вот клеточки две. То есть я сюда смогу еще персонажа поставить. То есть, ну, это как-то так работает, и это прикольно. То есть здесь нужно подходить осмысленно к этому всему. Ну ладно, в любом случае что? Погнали. В первую очередь, конечно же, я думаю, лучше кастануть хилку. Как ни крути, она нужна. Тем более, она у меня на максималку раскачана. Потом врубаем вьюгу сразу же. И панда у меня огребся, я смотрю, там сразу же. Прям сразу же огребся, и это очень смешно. Как это выглядело? Просто он подходит и бух! И нету панды. Ну хотя да, у него там просто он ваншотный. У меня был панда, да у меня любой герой ваншотный в сравнении с его атакой. Ну, понятное дело. А, я не успел бы, у меня уже персонаж сдох. Я хотел мечников искать. А, ну я и потерял. Ты ж понимаешь, сколько я их потерял. Ну, собственно, вот они-то с Барлоком и столкнулись в первую очередь вместе с Пандой. А, черт, ну ладно. Барион сдох у меня просто, поэтому чутка плохо. Да, вот, один из трех. Но, блин. Но, блин. А, вот эта статуя, это, наверное, все-таки это с драконом связано, да? А, нет, с драконом это отдельная фигня. Но в любом случае, вот, блю-гигант у меня один сделан. Ну, недостаточно у меня силы, чтобы пройти по всем остальным. Недостаточно. То есть здесь мне нужно на этой карте, на этой земле, сильфов завалить. Тьма просто. И, причем сильфов-то завалить не так-то уж и сложно. Нет, спасибо. Вся будет проблема в том, что я босса-то уже не завалю. Соответственно, остается только ждать, когда в следующий раз введут этот ивент. И я смогу. То есть вот, сильфы. Но я говорю, завалить их не сложно, но сложно будет завалить босса. Вот, поэтому будем ждать следующего ивента, подготавливаться, ну, я надеюсь, что он будет не через год, и уже подготавливаться к встрече, назовем это так. И уже будем надеяться, что у меня получится все-таки заполучить Барлока. Потому что здесь вообще не бегаю, я только открыл территорию и такой, ой, не хочу я, короче, туда дальше идти. Что-то я слишком рано зашел на эту территорию. Вот. Точнее, открыл эту территорию. Ресурсов очень много, но как такового, видите, да, то есть какие они по количеству. Самая большая ценность это вот эти вот артефакты дают. Опять-таки же, почему? Потому что ты этот артефакт можешь потом раздербанить через трансмутацию и получить алхимические руны. И, собственно, с помощью них состряпать уже что-то нужное. То есть, по простому говоря, сломать что-то ненужное и сделать что-то нужное. Это, по-моему, мечта в любой игре, неважно, что это за игра. Даже шутер, к примеру, в котором есть скины. Ведь вы же хотите, да, порой взять все свои скины, сломать его, и, то есть, разобрать и получить какие-то бонусы, чтобы потом уже за определенную цену купить то, что вы хотите. Это же здорово. Ну, кстати, очень много таких пещер, которые думаешь, о, круто, туда типа можно залезть. И, точнее, задаешься вопросом, а туда можно залезть? И такой, а че, нет. Так, ладно, сейчас все соберу.
О, дошел до каких-то более мощных чуваков, назовем их так. И давай посмотрим, что они из себя будут. О, 151. Ну, конечно, это без вариантов. Собственно, вот она еще одна статуя. Before the midnight of Нерокласс, наверное. И здесь у нас... Но я думаю, чтобы их открыть, надо орков там валить, потому что здесь уже, я думаю, открываются сильфы. Ах, орки, 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 орки. Интересно. А что я там смогу сделать с орками-то? Надо подумать. Вообще, надо сейчас покопаться по этой локации. А может, я увижу каких-то орков, которых я смогу завалить. А, стать, стоять. И я забыл. Я забыл, что мне нужно вот этот. Кстати, давай сделаем вот так вот. Там было 186%, да? А сейчас 226. Ну, как бы есть смы был смысл в этом действии. Вроде бы. Кстати, я по минутам не посмотрел, насколько это быстрее, но я думаю, был смысл в этом действии. То есть скорость лечения просто адово как быстрее. Вот, кстати, да, и каждое лечение еще добавляет силу. О, последний садочок можно открыть. Всякую фигню дают, но в целом вот это вот самое нужное. Вот здесь реально. Ресурсы фигня, а вот это вот, ну еще иногда дают эти. То есть за другие дни дают на войско там полчаса. Так, и получается. Получается, что мне нужно-то сейчас? Где я вообще нахожусь? Это я все обошел, здесь обошел, это обошел, здесь вот сюда только я не помню, заходил, нет. Здесь у нас был барлок, да? Да, я по факту все прошел, надо сейчас пройтись по оркам. Кстати, музыка очень напоминает героев Меча и Магии 3. Особенно вот здесь, что в подземелье, она очень сильно напоминает именно подземелье от Heroes Might and Magic. Возможно, они этим... так сказать, вдохновлялись, а возможно просто идеи о создании музыки в подземелье все-таки схожи. Ну, это же подземелье. Логично, что музыка может быть одинакова. Но я одно точно могу сказать, музыка здесь удалась 100%, без каких-либо вообще вопросов. О. What the fuck? А чё? О, ресурс Void. Классно. То есть я просто пришел такой, о, это короче кристаллическая структура, бла-бла-бла. Такой хоп и типа ты короче типа изучил это, офигеть. Нежданчик такой прям. О, 250. Классно. Это... А слушай, наверное, за барлоком мне дали 250, 2 соточки-то. Это я еще смогу купить. Так, короче, все, погнали. Там мне это уже улучшать. Ой, куда я залез? Ну вот. Вечно я лезу куда-то. Не туда. Так, мне вот это надо. Заколдовать. Так, ну, во-первых, нужно сразу же изготовить. Давай, изготовим. А, мне надо два сразу же. Два. Два. Вот единички не хватает, потому что я там не всех завалил. И заколдовать. Да! Heroes Attack Speed плюс 15%. То есть скорость атаки героя плюс 15%, так как эта звезда у меня появилась, и вот это открылось. Плюс один к атаке и плюс один к лидерству получилось. Теперь мне нужно фиолетовый, а это уже дофига сраного тьма, сколько ресурсов. Именно поэтому мне не было смысла все это дело покупать. Ну, соответственно, там можно сразу же изготовить, допустим, вот это вот. Хотя зачем я изготовил? Ну ладно. Ладно, фиг с ним. Артефакт, все равно думаю, когда будут открываться артефакты, мне... А,
А, я могу еще переделать в обратку их. Классно. А, вот, крафт материал, это дистил. Все, ясно. И, собственно, ну да. А, кстати, а сколько нужно-то здесь? Так, погоди-ка, ну давай, все уже доделаем. А, здесь я не доделал, потому что здесь единички не хватает. Сколько мне нужно на заколдовать-то? А, вот, 2-2. Ну, понятно. Следующий, соответственно, будет еще 2-2. И там только уже божественный 2-2. Нафиг. Сволочи. Ну ладно, в любом случае я получал атак спид, я получил на халяву по факту 7 атаки, 4 лидерства, это офигенно. Вот, и что получается еще? Ты все, пожалуй. Герой стал мощнее, и это, блин, и это здорово. Что я хочу сейчас сделать? Я хочу попробовать пойти вальнуть орка, который, возможно, даст, точнее, откроет мне вот эту вот фигосю, хотя бы один, то есть изучить орков, то есть дальше уже дойдут Дарк Сильфы и все, то есть все, что связано с орками, это здесь, это как вариант вот этот идет, надо будет попробовать его завалить. И где-то еще у меня тут Арчевский есть. Карта. Да, вот сюда куда-то надо идти. И вот еще один. То есть, я так думаю, что именно это-то и нужно. После фразы «я так думаю» у меня что-то появилась такая в голове мысль. Точнее, вспомнилась фраза из Спанч Боба. Они думают, мы думаем, что мы и правда думаем, что мы так думаем. Я думаю. Всегда прикалывала эта фраза. Ну ладно, погнали. Погнали разбираться с орками окончательно. И бесповоротно. О, черт, я забыл, что у меня персонажи, точнее, герои ранены. Ну ладно. Воскресим. Без лишних заморочек. Чуваки, нет времени спать. Пора воевать. Так. Хочу сделать вот так, чтобы центровые все-таки встали здесь и были куда помощнее готовы. Ну и давай попробуем, что из этого выйдет. В два раза слабее войска. Поэтому даже представить не могу, что из этого выйдет. Так, сразу же перед меня запускать. Я должен успеть. Да, я успел. Это означает, им броню сбивает. Так, дальше. Воскрешение. Да. Воскресил вовремя. Давай огнетанец сразу же запустим. Угу. Тоже штука нужная. И давай энта запустим. Пригодится. Пускай там в спину долбит. Так, панда вообще яростно выносит всех. Так, вы немножко притормозите. Сильно-то давайте-ка вот это помедленнее немножечко, да? Во! Я прям ощущаю, как это классно. Я тупо вкачал своих персонажей на атаку. Да идите вы в жопу, я лучше не сделаю. Да, я дофига войск потерял. Героя вот одного, двоих потерял. Но... Кстати, да, это единственный персонаж, который у меня во всем легендарном сидит. Это, ну, по факту он самый дрищ еще к тому же практически, но самый такой, типа, я во всем легендарном. Да. Да! Я так и знал. Значится, мне сейчас нужно завалить того, и все будет хорошо. Но для начала... Это для начала. Мне нужно всех воскресить. Хе-хе-хе-хе. 8 часов. И, кстати, да, очередь у меня теперь 110, а не сотка. Это очень удобно. Как видите, вот это прям вот соточки, тут прям чуть-чуть мне всегда не хватало. Ускорить. Хоп! Божественная пилюля. И все здоровы. Плюс 2000 опять. Классно. Ну и что я могу сказать вам сейчас?
Так, предметы надо сразу же. Заюзать сразу же предметы надо мне. Только где они? Ага, вот. Вот, как видите, вот этого говна полно, это полно. А вот это самое ходовое, и вот что-то маловато. Да. И погнали. Разбираться с другими нечестивцами. Что это за фигня у меня? А, что-то о битве. О, он успел даже с кем-то повоевать. А, это он на дракона напал. Ну, кстати, очень много кто берет войска и нападает на драконов. Но что-то, если честно, такое себе. Вот он как-то напал, там все поздыхали и... ну, такое себе. Хотя я не знаю, что это за дракон. То есть, насколько он мощный. Но все равно. Так, ладно. Погнали воевать с орками. И изучать их историю. Ну, а вы как хотели? Чтобы узнать что-либо о лягушке, ее сначала препарируют, разбирают на части. Вот и мы, собственно, если честно, примерно тем же сейчас занимаемся. Убиваем, препарируем, значит, изучаем их. Бррр, кошмар. Кстати, еще возможно, про канал, то, что я поставил золотых в центр. Почему, опять-таки, же я золотых в центр поставил? Потому что здесь у меня стоят обычные мечи, и за ними копейщики, которые встают в дугу такую и защищают лучников. А центр чаще всего пробивается. Погнали. Так, сразу же хилочку. Все по дефолту. Пельменюшечку. Сейчас сразу же прям пельменюшечку надо в первую очередь бить. Да. Потом воскрешение. Я думаю, сейчас это будет очень сильно нужно, актуально и в тему. Успели. Оп! Видали, сколько сразу же воскресло? Да. Потом огненный танец сразу же юзаем. И я даже ничего не успеваю сделать. А зачем? Она и так хиляет нормально. В этот раз еще лучше получилось, если честно. И быстрее. И даже потерь поменьше. Классно. Ну и, собственно, изучаем орков. Да! Классно! Да. Ну, в общем, он нам рассказывает историю профессора, а мы забираем свою награду. 4 легендарных яйца. Да, я бы, конечно, хотел вот эту штуку. Прям 16 лидерства, это просто... Ах, было бы классно. Для моей вот этой всей фигни со сбором это было бы очень классно. Кстати, а сильфов я так и не изучил, да, получается, ни капельки. Зато остальных поизучал. Ну ладно. И что у нас? Что у нас я могу здесь приобрести? Теоретически я могу вот эти камешки приобрести со словами «на будущее». А практически, ну зачем мне это, когда я лучше сейчас потрачу на что-нибудь нужное? Что-нибудь нужное для меня это, пожалуй, вот эта штукенция. Очень сильно нужная. Могу их приобрести 5, 10, 10. 10 могу их приобрести, все 10. И, соответственно, потратить все остальное, к примеру, на сундучки вот эти вот. Давай, а почему бы нет? Давай потратим, давай потратим, да, на сундучки давай. Сундучки. Так, и вот так. Почему так? Потому что все остальное будет уже кратности вот сюда. И вот так. Это самое важное, что я считаю нужным. Да, эта штука важная. Но самое важное вообще была изначально вот это вот, за что я и потратил. Потом для меня руны идут, и вот это вот. Все остальное, то есть ресурсы вообще не вижу смысла тратить. 50 тратить на сотку, когда ресурсы стоят в магазине намного дешевле, нежели вот эти вот. То есть, ну, такое себе. И сундуки с рунами. О, сундуки с рунами тоже очень классная штука.
Это еще, это у меня был телефон, так что не обращайте внимания, это мне ВКонтакте пишут, у меня такая вот мелодия играет. Ой, сори. Такс, и получается, открываем все сундуки. Еще у нас вылазит. Нужное, нужное. Ну, есть нужные артефакты, руны, это главное. И, конечно, давайте откроем четырех драконов. Вот это офигенно. Кстати, зеленого нету. Зеленый чем хорош? Тем, что он лечит. Он лечит. Ну и, конечно, скиллы я потом раскидаю. Фу, классно. Кстати, сколько я здесь потерял? Не, ну результат налицо. 106 и 73. Я просто по количеству и по времени это просто несоизмеримо от слова совсем. Так, и что у нас получается? Ой, сколько дракошев. Давайте дракошев сделаем трансмутацию. Вот артефакт здесь можно заколдовать, допустим. Но набор трансмутации. Давай редкое. О, тоже хорошо. О, это вообще классно. Ну, такое себе, но зато получил нужную алхимическую идею, да. Ну, все-таки шансов было маловато, но они были. И давай все-таки вылупим этих всех дракончиков. Посмотрим, а вдруг здесь будут лучше, чем у меня. Например, вот-вот, фиолетовый-фиолетовый. И вообще, надо бы как-нибудь все-таки посидеть и поразбираться, а в чем разница между драконами. Ой, ну вообще ни о чем. У золотого, у легендарного зеленый скилл, ну такой себе. Ого, здесь практически на максимум улучшенный. И последний, собственно, такой, как и у меня. Неплохо. Вот, кстати, давайте и сравним. То есть, допустим, способности. Здесь у меня фиолетовый, да? Здесь у меня тоже фиолетовый. Во! У меня что-то там есть не фиолетовое. К примеру, вот. как я сейчас узнаю, если... Нет, значит, надо сравнивать двух невылупившихся. У меня же там уже просто прокачано. Допустим, вот, синий поиск сокровища. Просто все золотые, они чаще всего идут с поиском сокровищ. Что-то пошло не так. 5,50. Ну, если честно, то разница только... То есть, чем больше цвет, тем лучше... точнее, тем больше дополнительных вот этой фигнюшек дадут. Потому что, смотрите, улучшенный удар грома 166,5%. Здесь улучшенный удар грома 166,5%. Также синий. Здесь меньше удар грома 166,5%. То бишь, разницы никакой нету. Максимальный ранг 36 и максимально, что я могу вкачать, это 12, 14, 16. Соответственно, если будет синий, то здесь максимальный ранг 60 и также 12, 14, 16 и плюс дополнительно. То есть, по-простому говоря, на начальном этапе вам вообще разницы никакого нету, какого уровня будет скилл. То есть сейчас у меня, да, уже разница есть, потому что у меня уже здесь основные скиллы. Так, не так, половина скиллов второго ранга, точнее, уже даже на третий ранг готовы перейти, половина скиллов готовы перейти на второй ранг. И вот если бы был бы вот этот скилл зеленый, то даже, точнее, даже если бы этот скилл был бы зеленый, то я бы все равно бы еще сейчас мог бы его качать, потому что их три. Соответственно, я вкачиваю и еще дальше продолжаю качать. Да. Ну, не факт, конечно, что дальше продолжаю качать. Но суть в том, что все равно это не предел. То есть даже сейчас чисто зеленые скиллы, это не предел было бы для меня. Разница в драконах, легендарная, нелегендарная, лишь в том, что... А какие способности у тебя будут? К примеру, здесь. А еще лучше поиск сокровищ.
и только. А здесь еще лучше изобилие и улучшенный поиск сокровищ. То есть здесь изобилие и поиск сокровищ, а изобилие это, соответственно, увеличит количество древесины и так далее. Ну, собственно, тот же самый скилл, что и у меня сейчас. То есть разница только в том, какие у вас драконы. И ничего более. Это классно. Кстати, а я могу? А, не, не могу. Мне на 35 левел. Надо будет, кстати, их всех раскачать, персонажей. Так что, возможно, в следующей серии вы уже увидите, как у меня персонаж будет не 30 левела, а там, допустим, 32 левела. Потому что я хочу все вот эти вот предметы на опыт. Ого, сколько у меня всего здесь. Вот, предметы, вот эти вот карточки на опыт, я хочу все, либо практически все раскидать. Ну, в целом, я, конечно, жду, когда я куплю себе персонажа, и чтобы ее вкачивать. Поэтому обычно на 150 я вообще не использую, за редким исключением. Чтобы можно было вкачать персонажа нового. И чтобы вот не был где-то там в жопе мира, так сказать, отставший и отсталый. А именно вот как со всеми наравне и по мощности. Такие вот народ дела. На этом я уже с вами буду, пожалуй, прощаться. Как говорится, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайки, комментировать. Ну и, конечно же, делиться моим видео с вами. На этом все. Всем удачи, всем пока. Всем счастливого добра. Всем пока.